Да пребудет с вами темная сторона силы, с вами Дарт, и мы продолжаем играть Jurassic World Evolution. Что у нас тут приехало? Кархародонтозавр у нас приехал, золото приехало, еще кархарик, и еще золото. Так, у него 74% здесь, 2, еще нужно отправить. Не хватит. Так, профукали еще, короче. 200 тысяч, так. Почему вы не ходите сюда, я не понял. Так, рейтинг уже, смотрите, почти 4 звезды. Исласорна мы разблокировали, и мне нужен рейтинг 5. Так, что не нравится людям? Все нравится, смотрите. Динозавры не нравятся, плохое разнообразие. Так, что я хотел? Я хотел посмотреть, Что у нас тут? До Карнотавра долго. Вот здесь, в принципе, болото быстрее, легче Барри... использовать задание полевые испытания. Надо его тоже делать, а что-то вообще низко. Выбейте и выпустите динозавра с 85% генома. Так, да, мы же хотели достроить загон. А я тут не смогу два загона сделать? Может, смогу? Да, кстати, по поводу обновления, про которое все слышали, на момент, когда я записываю видео, вроде бы в этот день уже должно было выйти обновление, и бесплатное, и платное, но оно пока не вышло. Так что, скорее всего, ближайшие 4 видео связаны с обновлением не будут. Но вот уже последующие видосы, там я уже приобрету обновление, и вы все увидите. Ну, в принципе, не знаю даже, хватит ему места тут или нет. Так, что я делаю? Что я творю? Так. Так, метриокантозавр, диноник, да? Я уже думал, все пропало. Да, кстати, у меня уже хватает денег на индоминуса. Но вначале выполним задание, а потом выведу индоминуса. Наверное, в ближайших видео это будет. Так, подождите, вот он, метриокантозавр, модифицировать геном. Так, типовый ген побережья таежный. Ну, давайте такое ставим. А, 68% ему и так норм.
Так, миллион ушел и один Дейноних. Но Дейноних один жить не может, по-моему. Так, тропическая буря, это плохо. Фига себе, повалили-то. Ого! Что-то новенькое. Офигеть! Куда он ушел? Нет, чувак! Уходи! Go away! Ты мог бы свалить? Только не к загону с динозаврами, ты шо, шальной? Уходи. Смерч, ты пьян, уходи домой. Не надо, я тебя прошу, пожалуйста. О, закончись. Не, ну ты урод, конечно. Слава тебе, Господи. Нет! Да, он закончился. Фу. Х. Да. Жесть, однако. Что это было, Джонни? Так. Спасибо. Прям фантастик. Что задание выполнено. Поздравляю. Давайте по науке что-нибудь выполним. Здравствуйте. Не хотите заняться новым контрактом? А, я забыл про кормушки, прикинь. Что тебе не нравится? Леса можно побольше, да? Давай.
Так, мне просто интересно, сколько ему нужно дейнонихов, чтобы они были. Возможно, вы преуспеете там, где отступили другие. Вы учитесь, но я... От этого зависит их жизнь. Советую применить тот же подход. Быстро экспедиция завершилась. Шайтан! Быстрее! А куда? Ну ты баран, ты даже загон не смог построить. Дейноник спит, он лег поспать. Он лег поспать, прикиньте. Чувак сбежал и решил поспать. Толково. Поздравляем, у нас кархародонтозавр полностью готов к выведению. Так, где второй этот? Общительность. Еще одного тебе надо вывести, по-моему, да? Думаю, что делать с этими челиками, типа, чтобы задание выполнить. Добавляю задание. Да, типа, пофиг на них вообще. Придется их продать. Хазмозавр 3, хазмозавр 2. Хазмозавр 1, да?
Три хазмозавра, да, три. Так, хазмозавр один. Какой у тебя окрас? Горный тип. Значит, сейчас мы выведем тебя. И продадим. Давай, ты что, не можешь в эту тушу попасть? Конечно. Успокоился. Хорошо. Все-таки выбрался. Вот жук, а. Что нажал? Так, что я хочу? Я хочу взять вертолет и перевести нашего засранца обратно. Так, Галимим. Доставку актива.
вам удалось выполнить погодный контракт. Научный отдел не забудет вашей помощи. Впрочем, никаких обещаний я не даю. За такие контракты нужно хвататься руками и ногами. А в нашем парке еще зубами и когтями. Да ты дерзкий. Принимаю штурвал. Даже когда работа не в проворот, всегда можно выкроить еще пару минут, правда? Так почему бы быстренько не взглянуть на этот контракт? Да, да, да. Обычно первая ошибка самая серьезная. А с чего все начиналось, как не с доисторической ДНК? Ладно, это я так, к слову, вам решать. Так, почему хазмозавр шкала? Я не понял. Подожди, гиганотозавр? А когда ты мне дашь гиганотозавра? Здесь болото, здесь карнотавр, здесь зухамим. Подожди, а гиганотозавра я где возьму? На следующем острове? Ну ты круто придумала. Прямо сейчас я и заполучу тебе этот геном. Хитрожопа это, конечно. Ауч. Давай уже наконец-то выполним это задание. Получим миллион
Так, слишком большая популяция, они начнут сейчас беситься. У каждого вида динозавров свои потребности. Убедитесь, что условия их содержания соответствуют стандартам. Это одна из наших самых больших проблем. Даже когда мы держим их раздельно, они знают. Каждый из них знает, что другой где-то рядом. Хищник и жертва. Один раздражен, другой напуган. Это пороховая бочка, которая того и гляди взорвется. Какое-то легкое задание, если честно. Как будто этой проблемы нам было мало. Среди динозавров распространяется болезнь. И мы должны немедленно принять меры. Нужно ли напоминать, какими инвестициями вы рискуете, пока эта болезнь гуляет по парку? Ну что ты там едешь? Дай мне нормальный контракт. Я получила предложение, которое поможет научному отделу. Вот и это еще можно. Где ты там, джипарик? О, только выехал. Да уж, долго ты. Индоминуса можно вывести будет в конце видоса. В следующем будем кархародонтозавра смотреть. Фига они дерзкие. Далеко убежал злодей. Может начаться эпидемия. Болезнь распространяется. Чё застрял? Едь давай. Как заехал, так и выезжай, чё, приятель. Быстрее уже это заканчивать задание. А то у меня скоро пахицефалозавры беситься начнут. Точнее, нет, давайте в этом видосе я кархародонтозавра создам, да? Динозавры не обнаружены. А, у него два окраса.
Аляскинский типовой генстепей. Ладно. Вот это что? Да не, ладно, давай вот эту фигню уберем. Все выполнили. Ладно, мы, конечно, сильно рисковали, но, кажется, пожар потушен. Болезнь удалось локализовать. Новых больных в парке не появляется. Ух, пожар потушен, сказала женщина с огнеметом. Все ясно. Подтверждаю задание. Базовый этого тоже, значит, шестого усыпим. Ух ты! Горный, саванный, бесплодные земли. Не знаю, выберу горный. Посмотрим. Камуфляж пока нету. Стойкость выбираем вот это. Защита выбираем крокодила. Атака выбираем вот эту штучку. Создастся или нет? Шанс на успех 20% живучесть, увеличивает живучесть на 20%. Давайте попробуем. Что-то ты долго там ловишь его. Забираю актив. Идет переводка актива. Актив поднялся в воздух. Задание получено. Забрать актив. Получил запрос.
Теперь у нас еще и тундра открылась. Можно пока посмотреть, пока это делается, у кого тундра появилась. Так, давайте почитаем в начале. Где внешнего вида тундры? Изменяет окраска на серо-зеленую. Аляскинский сурок. А, ну вот, у этого появился. У кархародонтозавра. Ну все, давайте посмотрим на него. Кархародонтозавр был грозным хищником, обладавшим огромной силой и размерами, походившим на тираннозавра. Несомненно, он станет очень привлекательной достопримечательностью для наших гостей. Знаете, чего я хочу? Настройки. Графика. Нет, не то. Экран. Нет, не то. Где это сделать? Я уже забыл. Настройка экрана. А, вот. Ну, я это делаю, потому что их в ночи вообще не видно. Так вы хотя бы теперь сможете рассмотреть этого приятеля. Куда эти все подевались? Боятся? Паника. Паникеры. А тебя все устраивает, кстати, Кархарик? Лес, да, в принципе, его все устраивает. Я даже еще одного, по-моему, могу вывести. Проверим. Нет, так нет. Подерутся и умрет кто-нибудь один. Да, денег, правда. Не осталось вообще. Так, ну что ж, дорогие подписчики и зрители канала, с вами был Дарт. Увидимся в следующем видео и посмотрим на Индоминус Рекса. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и вступайте в группу канала. Ссылка будет в описании. Всем всего хорошего, до скорых встреч и всем пока.